вещи, о которых, чтобы вот в 3 минуты там уложиться, это нужно перед этим 3 часа подумать, написать какой-то текст, и вот в 3 минуты его уложить. Ну, если это вот беседа, то она многое, так сказать, обозначила, но мало чего кончила. Вот мы заговорили о студентах, я говорил о том, как дети обучаются. Когда студенты были детьми, они примерно, я думаю, одинаково обучались и языку, и в школе предметам. Но со временем у каждого свой бэкграунд. Кто-то жил на селе, села могут быть разные. Могут там 500 домов, а может быть 50 домов. И информационный поток, поглощаемый растущим организмом, вот он в разных ситуациях совершенно различный. И это потом сказывается на способности к быстрому обучению каких-то новых фактов и умению их анализировать